Хочу вам еще один сорт показать. Ягодки такие красивые, мощные, приятные. Есть только один минус у этой ягодки. То есть сорт называется Кленси. Вот. Минус только в том, что ягодки эти все кислые. Есть их невозможно. Если кто-то желает такие ягодки иметь, конечно, можете их иметь. Но если вы не желаете иметь в своем огороде кислую ягоду, то лучше такую ягоду, то есть то лучше такой саженец не приобретайте. Кому-то он может случайно попасть. То есть потеряете вы год свой, год своих трудов, и потом впоследствии с большой радостью избавитесь от этой клубники. Она красивая на вид, конечно. А если она просто на нее смотреть, то радуется глаз. Но если ее кушать, то она очень кислая. Вы будете плеваться после нее, как... В общем, не рекомендую вам такую ягоду иметь в своем огороде. Вот она у меня еще плодоносит, но я уже даже на этом этапе думаю вообще выкопать ее, выкинуть, чтобы она у меня не занимала место. Так вот бывает. Продали мне ее как сладкую, но, к сожалению, она оказалась кислой. Бывает и такое. Вот. Я даже реализовывать ее не буду. Мне просто стыдно такую клубнику продавать.